Всем ночной приветик. Пришло время предложить таракана Маше. Ну, так сложилось, что не все кормления снимаю, просто нету времени. Это таракан. Да, любимый. Вот, да, ё-моё, я и уронила. Вот еще красопета. А мне самое интересное, сквозь телефон ничего не видно. Опа, на, твое. Что, не распознала? Нямочку, вкуснятинку. Да, бери, хелицерами, вот именно ними. Я его так 100 раз уроню. У него будут все шансы свалить. Привет, кстати, да. Вот, привет. Все, это я. Да, и пинцет. А это что он теперь пустой? Так, блин, благодаря тебе. Сейчас буду доставать твою вкусняху. Вопросов нет. Поза очень красивая. Я люблю, когда она так становится. Прям супер хелицерий видно. Вон она там. Ой, красота какая с глазочками. Ух. Да, мне тебя и тискать некогда с этой работой. Да, с детворой паучиной. Всегда есть чем заняться. Скучать мне некогда. На тебе еще. Ну, я, в принципе, и могу накидывать 5 штук, она их потом поседает. Ну-ка. Это чисто для вас снимаю. Да, скажи, мы и без этого. Вон она хелицерий показала. Но вот я сейчас не хочу. Не буду. Ну, последний раз и я отстану. Знаете, что он тебя по лицу там трогал. Кошмар, да? Вообще безобразие. Ну, вот такое бывает. Все, я тебе оставлю, потом встретитесь. Вот проблемы. Я уже рассказывала, у них такое часто бывает у паучков. Они, когда не хотят есть, жертву зря не убивают. Можно оставить, да, и потом встретятся, разберутся. А я крылышки потом повыкидаю. Не-не-не, тебе не судьба свалить, я тебе говорю. Тут такая женщина, что ты от нее валишь? Потом познакомитесь, разберетесь.